الرابع من أركان الإيمان. Четвертый столб имана веры. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Это вера в посланников и пророков. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. Мы верим, что они рабы Аллаха, которым нельзя поклоняться. رسل لا يكذبون. Посланников нельзя обвинять во лжи. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. Аллах Всевышний отправил их. وأوحى إليهم. И дал им откровение. أيدهم بالآيات. Поддержал их знамениями. أدوك الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. Они выполнили ту миссию, которая была доверена им Аллахом. نصح الأمة أكمل نصح كان من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Они проявили искренность. وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. И донесли все, что Аллах приказал им донести до людей. جاهدوا بجميع أنواع الجهاد وبذلوا غاية الجهد في تبليغ هذا الدين. Они усердствовали, прилагали все усилия для донесения этой религии. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Мы верим во всех пророков и посланников мира. وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه. Мы должны верить в те имена посланников, которых сообщил нам Аллах. وصفاتهم. Должны верить в их качества. والآيات التي أعدهم الله سبحانه وتعالى بها. И в те знамения, которым поддержал их Аллах. والأخبار التي جاءت عنهم. И в сообщения, которые дошли о них. أول الأنبياء والرسل نوح عليه آدم عليه الصلاة والسلام. أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. Первым пророком نبي является آدم мир ему. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. Первым же посланником رسول является نوح мир ему. خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Последним заключительным пророком и посланником является наш пророк и посланник محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يدعي النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر. Всякий человек, который заявляет, что он пророк после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, клянусь Аллахом, он является лжецом и является неверующим, и его неверие является большим неверием, великим неверием. Нам, Аллах.